Я тоже покой. А, Сергей Сергеевич? Да. Там вот среди задержанных есть тут такую фамилию. Ага. Понял? Да, да. Его прямо в шар закрыть и не выпускать нахуй даже на уборку, блядь, он может съебаться. Он я мне понял. Нужен очень сильно, я к нету, блядь. Шарану скажи, что я пока ему разрешаю с него шкуры снимать. А, все, принял, сейчас. Понял? Уже... Закрывай его сразу, он может съебаться. Я понял. Алло. Да-да. Закрыли его? Да-да-да, вот сейчас мы отвели его как раз. А ну пизди его нахуй, чтобы я спокойно ехал, просто пизди. Что, просто так? Просто отпизди его, просто так, да. Скажи, командир позвонил, сказал нахуй, отпизди тебя, блядь. Он приедет, скоро будет его резать нахуй. Все, понял. Все, понял. Давай. Алло. Да, я... Да? У вас там задержанный есть? Что по нему? Нет у нас такой задержанный, блядь. А куда его дели? В тот день он у вас был, вот когда мы стояли, разговаривали. Убил я его, нахуй. А? Убил его, блядь. Ну, это правильно. Что по нему за пиз? У него, короче, фотография, начальную фотографию нашли, и луны там всякие. Мы думали, это он, помнишь? Ага. Но вначале координации передавал он. Ага. Координаты движения колонн, такие вещи вначале передавал, это еще в феврале 27-го. А, я тебя понял. Ну, когда люди приходят, вы скажите ребятам, что они говорят, что его там нету. Пускай говорят, что работа идет, что он у нас, все. А то говорят, что его там нету, люди ко мне пришли. А, пускай не бегает, скажи. Хорошо, хорошо. Ага.